И сыграла все-таки замена тренера. Именно игрок, вышедший на замену, забивает. Нам повторяют забитый мяч, и еще раз мы видим, насколько без проблем отправил игрок мяч в сетку. Оказался он близко к воротам, и никто не смог помешать. И как он дальше мячом распорядится? Мартинес! Это гол! И сыграла все-таки замена тренера. Именно игрок, вышедший на замену, забивает.